генерал! Ушел, а ты в жизни нашел! Пошел, так я аж замучился! Генерал, настоящий такой! Солидный! При погонах! А когда же он придет, Андрюшенька? Сию минуту! Будете мне всю жизнь благодарны! Не генерала Малина! Буланже! Не пехота какая-нибудь, не инфантерия, а флотские. По чину он капитан второго ранга. Ну по ихнему, по морскому, генерал-майор. А по гражданскому действительный статский советник. Дышенька, ты меня не обманываешь. Ну что, она послежит мошенники, что ли? Будьте спокойны, не генерала картина! Я ему говорю, ну что это вы, ваше превосходительство, к нам в гости не заходите? Нехорошо, говорю, старых знакомых забывать. Настасья, говорю, Тимофеевна, на вас большой претензий. А он мне отвечает, ну как же то я пойду, коль я женихом-то не знаком. Полноте, ваше превосходительство, говорю, жених, человек прекрасный, душа на распашку. Слушай, говорю, ответчиком сухая казнь, но вы не подумайте, что он какой-то там замухрышка или червоный валет. Похлопал он меня тогда по плечу. Выкурили мы с ним по гаванской сигаре. И вот теперь он едет. Погодите, господа, не ешьте, погодите. А когда же он приедет, Андрей Андреевич? Вот, сию минуту. Когда я от него уже уходил, он уже галоши надевал. Что, так надо больше ждать? А на Матырова, Анна Васильева, Маша на Матырова. Господин Зевунов простые, патриархальные.
пришел. Рад ли вам в гости? Но я думаю, если я кому-нибудь доставлю здесь на свадьбе удовольствие, то отчего же? Сделай, говорю, одолжение. Вы кушайте. Угощайте. Вы давно в отставке, ваше достоятельство? А? Вы давно в отставке? А, да, точно так, да. Только, простите, господа, а почему же селедка горькая, хлеб горький, невозможно есть? Так вот иногда хочется крикнуть. Молодцы, ребята.
сегодняшний, надо сказать, день мы собрались в путь, чтобы... Да, и все это надо помнить. Шкоток! Скучно, ой, скучно!